С каждым днем река все больше и больше входит в весеннее состояние. Увеличиваются закраины, темнеет лед. Поверх его выступает вода. Эти факторы говорят о скором вскрытии Суханы. Лед во время весеннего паводка становится рыхлым, съедается сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением и ключами. Очень опасно по нему ходить. В любой момент он может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой. Несмотря на все предостережения, находятся смельчаки, готовые сыграть в русскую рулетку с рекой и выйти на ослабшее ледовое поле, чтобы оказаться на противоположном берегу. Запрет выхода на лед есть, говорят сотрудники ГИМС. На заречную сторону ходят рейсовые автобусы, но это не останавливает людей. Во время школьных каникул на льду все чаще стали замечать детей и подростков. Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, и так как чувство опасности у ребенка слабее любопытства, они выходят на разрушающийся лед, а иногда катаются на льдинах. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно особенно усилить контроль за местами игр детей. Сотрудники ГИМС убедительно просят родителей провести профилактические беседы с детьми, рассказать о недопустимости выхода на лед, ведь беспечность в этом вопросе может привести к трагедии. Андрей Жилин, Антон Карев, Новости провинции.